Одно из крупнейших предприятий Самарской области переживает второе рождение. На заводе «Кузнецов» проводят глобальное обновление производства, создают новые корпуса, закупают дорогостоящее оборудование. Все это необходимо для увеличения объема выпускаемой продукции. Вопрос кадрового обеспечения этого процесса стоит на сегодняшний момент на первом месте. И для этого мы совместно с правительством Самарской области, совместно с Министерством образования реализуем целый комплекс мероприятий, направленных на превентивное обеспечение нашего производственного процесса необходимыми кадровыми ресурсами. Чтобы вовлечь в производственный процесс молодых специалистов, руководство предприятий сотрудничает с высшими и среднеспециальными учебными заведениями. Студентов переводят на дуальное обучение, при котором теорию можно совмещать с практикой. Несколько дней в неделю они проводят на предприятии, при этом получая повышенную стипендию и зарплату. Сегодня у нас в этой работе очень активно и плодотворно участвуют не только там образовательные учреждения, вузы, колледжи, но участвуют промышленные предприятия. Одно из таких предприятий, вот ПАО «Кузнецов». На этом оборудовании изготавливают детали для летательных аппаратов. Стоимость станка – 200 миллионов рублей. Чтобы пользоваться дорогостоящей техникой, молодым специалистам необходимо пройти серьезное обучение. Для этого студентам, которые трудятся на предприятии, назначают наставников. Один из них – инженер-технолог Павел Демченко. Несколько его учеников уже стали частью большого коллектива завода. Когда приходят студенты, получается, они теоретически знают все, практически не видели ничего. Они приходят как с большими глазами, абсолютно не понимают, что им надо делать. Вот. И, соответственно, моя задача – это именно показать, куда им смотреть, на что обращать внимание, кому и по какому вопросу им нужно идти, где брать информацию. В этот день сотрудники и руководство завода поделились бесценным опытом обучения молодых специалистов с коллегами. На Кузнецов приехали представители 50 министерств и ведомств Самарской, Саратовской и Ульяновской областей. В конце встречи для высокопоставленных гостей провели экскурсию. Анатолий Головко, Константин Головин. События.